Здравствуйте, уважаемые друзья! Привет всем клиентам! Спасибо, что нашли минутку, уделили минутку для того, чтобы посмотреть небольшое обращение от меня и от нашей всей команды заработайлу.ком. Для тех, кто меня не знает, я сын Бальцанова Петра, автор сайта заработайлу.ком. Также год назад мы выпустили курс «Основные моменты тепличного хозяйства по выгонке зеленого лука-пюра в зимний период». Такой насыщенный год у нас прошел, 2012, и хотелось бы подвести немного его итоги. И также поговорить с вами о планах на будущий 2013 год. Даже просто просматривая статистику за этот год, то есть я взял период от января месяца 2012 года до декабря, то есть сегодня 25 декабря, могу сказать, что посещение у нас на сайте 216 тысяч за это время, уникальных посетителей 81 тысяча человек. Просмотры страниц вообще сайта около 1,5 миллиона, то есть 1 400 000 с лишним там тысяч. И самое интересное, что 63% из этих людей, которые приходят к нам на сайт, хоть раз, но возвращаются обратно. Множество с нами остаются, то есть постоянно. Я знаю многих людей, то есть клиентов, которые только когда мы сайт сделали, наполняли его информацией, с того момента до сих пор дружат с нами и общаются, развиваются и строят собственный бизнес. Итак, давайте об итогах 2012 года. Много чего произошло, от выпуска курса до огромного количества статей, видео от нас, бесплатных видео, которые мы предоставляли всем пользователям нашего сайта и вообще интересующимся данной тематикой. Но в этом году, с осени, пошла у нас немного другая еще работа. Мы начали помогать нашим клиентам и нашим форумчанам, кто общается, то есть у нас на форуме, помогать с посадочным материалом. За эту осень было только при помощи нас, то есть с нашей поддержкой, было перевезено по России около 300 тонн хорошего качественного лука, то есть посадочного материала для этого бизнеса, то есть на выгонку зимой. Мы только начали этим заниматься, то есть просто искать координаты, у нас огромная база данных, и до сих пор ее собираем, наполняем, как сказать, по миру вообще, по России, по всем странам в общей сложности, так если прикинуть, то где-то около 1000 тонн лука было предоставлено тем, кто общается с нами, участвует на форуме и вообще, как сказать, знаком с нами. То есть передаем какие-то контакты. В связи с этим, то есть на 2013 год планы еще больше. Мы с нами хотят работать очень много фермеров. И в принципе уже сейчас много работают, дают свои заявки. То есть фермерские хозяйства, которые раньше выращивали только голландский лук, и тот лук, который, допустим, на выгонку зимой использовать очень тяжело, у которого процент выгонки там 20-30%, сейчас готовы работать с нашим посадочным материалом. Также для этих фермеров мы находим, то есть, и, как сказать, по сети интернет, семена чернушки, то есть для выращивания тех сортов, которые необходимы нам. То есть фермера получают семенной материал, то есть для выращивание лука, хороших сортов для редки лука, именно для нас. Многие уже знают, слышали о нас, именно фермера, и мы сейчас подтягиваем еще больше, так как те объемы, которые до выхода нашего сайта, те объемы той репки, которые нам необходимы, были минимальны, и очень тяжело было, в том числе и отцу, находить именно тот необходимый посадочный материал. А в нашем бизнесе хороший посадочный материал – это основа всего бизнеса. То есть, и есть, конечно, другие, там, сбыт, за что отвечает каждый сам в своем регионе, но начинать все-таки этот бизнес нужно с хорошего посадочного материала, который, то есть, репка лука, да, репка, которая в дальнейшем при помощи нашей информационной базы, нашего сайта, нашего форума будет расходиться по
именно тем людям, кто с нами общается, кто нам доверяет и кто готов с нами работать. То есть, в 2013 году мы хотим, в планах лежит большой проект, который мы хотели бы организовать вместе с вами. То есть, без вашей помощи у нас ничего не получится. Да и, в принципе, вообще, мы не знаем, каким образом это будет строиться. Будем открывать какое-то ООО общее, какое-то предприятие общее, какой-то общий бренд. Но мы знаем, что вместе, сообща, командой, мы сможем добиться очень больших результатов. В том числе вход в различные сетевые магазины, лоббирование каких-то интересов на местном уровне, на большом уровне. Ну, то есть команды работать намного проще. Как вы сейчас видите, я нахожусь в уютном офисе, который мы со своей командой сняли. Арендуем, то есть. Здесь сейчас у нас пришло понимание того, что командой работать намного проще. То есть, разделяя, разграничивая обязанности, мы многие процессы ускоряем. И это приносит общую дополнительную выгоду. Сейчас для наших клиентов работают 5 человек. То есть, мы с отцом и еще трое наших сотрудников. Специалисты по контекстной рекламе, менеджер, технический директор, то есть администратор и секретарь, бухгалтер, который будет выполнять различные также обязанности. Для чего вам я это говорю? Сейчас при нынешней цене, допустим, на наш курс, как вы знаете, сейчас он стоит 7800 рублей в долларах, в гривнах, не помню, сколько это. Начиналось все с маленьких цен, так как мы могли предоставлять год назад намного меньше информации и намного меньше контактов у нас было. Сейчас то, что мы имеем, те наши контакты, мы можем использовать на благо вас и на благо нас. То есть сообща делать какое-то общее дело. И в преддверии Нового года те, кто еще до сих пор не решился приобрести этот курс, но курс и деньги за курс для нас не главное. Для нас важно работать вместе с вами. В дальнейшем, то есть, все, о чем я говорю, то есть, начиная от поиска семенного материала для выращивания самой репки и дальнейшего распределения его каким-то, плюс обучение, плюс консультации, мы предоставляем... Исходя из покупки этого курса. То есть приобретает человек курс за 7800, получает нашу поддержку, плюс необходимую информацию и ограничивается от себя, то есть от больших каких-то серьезных ошибок. До Нового года, то есть в течение 3 дней, сегодня 25 число, в течение 3 дней мы предоставляем для тех, кто все-таки хочет войти в наше сообщество, мы предоставляем скидку на приобретение входного билета в наше сообщество. Курс не продается как отдельный элемент. Этот курс – это всего лишь входной билет в наше сообщество. В дальнейшем планка входа в наше сообщество намного подымется, так как мы вместе с вами организуем, как сказать, не только на российском уровне, но и на международном интересные дела, так сказать. Но об этом, обо всем мы с вами будем разговаривать дальше. Начиная с января 2013 года. Сейчас же на 3 дня мы предоставляем скидку. Она будет, не знаю даже сколько, но примерно в пределах 5000 вы сможете вступить в наше сообщество. И всю дальнейшую информацию, какая будет необходима, мы будем прорабатывать именно с клиентами нашего курса. Наши клиенты будут получать первичную информацию, а далее уже будет распределяться эта информация по форуму, по рассылке. То есть, кто первый, кто успел, тот и съел, так говорится. Для того, чтобы приобрести курс со скидкой, это будет около 3000. Поэтому давайте при нажатии кнопки «Заказать» и оформлении дальнейшего вступления в сообщество просто введите промокод. Лук 3000. Введите этот промокод,
и у вас автоматически появится скидка на вступление в сообщество, на наш курс. То есть, тем самым вы ограничите себя от ошибок, и у вас будет возможность положиться на сильное плечо в поиске посадочного материала, возникающих проблем там, при выборе отопления, постройке теплиц, выгонке в подвале. То есть все это у нас обсуждается, и мы всегда рады проконсультировать вас по различным вопросам. Но так как количество людей, которые хотят этим заниматься, растет, все видят эту выгоду, то есть, чтобы заниматься этим делом, нужны небольшие вложения, в принципе, для основного начала. Но, приобретая наш курс, вы ограничите себя от ошибок, которые будут стоить для вас намного дороже, чем эти суммы, которые в данный момент я вам озвучил. С наступающим вас Новым годом! Желаю вам всего хорошего! Наши поздравления вы еще получите, просматривая рассылку. Получите поздравления от отца, я думаю, от всей нашей команды. Спасибо, что уделили, еще раз спасибо, что уделили время. Не сомневайтесь, так как через 3 дня, 28 числа, эта скидка перестанет действовать. Возможно, она еще останется, но цена уже будет не такая, как до 28 числа вечера. И всего с этой скидкой мы будем продавать 10 билетов. То есть 10 курсов для вступления в наше сообщество. В дальнейшем цена, само собой, повысится. То есть через 3 дня мы цену повысим. Всем удачи, успехов во всех начинаниях. Пока!